Сегодня мы найдем тайную двеверскую стрелу и самый страшный посох в игре Skyrim. Всем привет, меня зовут Герой Ван, это мой канал Мистер Кэт. Платные моды, друзья. Как только я приплыл на остров Сотсхейм, сразу активировался квест, и я такой: о-оу, я кое-что упустил, друзья. Давайте зайдем в наши книги, и здесь добавляется чертеж двемерской стрелы. Вау, это реально камень душ, наконечник. Так, давайте ее найдем. Карта и локация Кагрумес. Кагрумес — это одна из самых сложных локаций, что просто-напросто ее пройти, друзья. Не каждый без Вики. Без Вики вообще невозможно, мне кажется, пройти, потому что так все найти. Не, ну первый открыватель на наш проходили без Вики. Понимаете? Вы должны найти специальные камни, которые откроют вам все двери, чтобы вы полностью ее прошли. А эти камни разбросаны по всему Солтсхейму и даже Скайриму. И нету маркеров, нету, вам нужно самим их найти. Вау, тут так мало квестов в Скайриме, именно вот так вот, чтобы не было маркера, чтобы квест есть, а куда идти? Это как в Морке, помните? Как в Моровинде, но о Моровинде мы еще вспомним сегодня. Также тут уникальные питомцы, это паук. Двемерский паук, он уникален, он только здесь вы можете взять, если его убивает, он здесь появляется, по-моему, через 2 недели игровой. И сфера, моя любимая сфера. Вау. Также в конце вы получаете здесь уникальный артефакт. Кто помнит, напишите в комментариях. Он вот здесь. И эти стрелы, вот они, друзья. На выгляд они реально как обыкновенные двемерские стрелы, но только черная стрела похищения души. О, давайте-ка посмотрим, что они собой представляют. Ага. При нанесении смертельного удара превращается в камень душ, который заключает в себе жертву. Души жертвы. То есть, подождите. Если мы кого-то убиваем этой стрелой, то в жертве будет уже камень душ заполненный? Что ли, это так? Вау. Это довольно интересно. А ну давайте опробуем. Вот. И... Вау! Вы посмотрите. Вау! Это реально... Камень душ, черный камень душ. Давайте опробуем. Ну, теперь давайте протестируем. Эти самые стрелы. Интересно, я с одной стрелы его убью? Вау! 3-кратный урон сработал. Там кто-то еще выбежал. Иди сюда. Ух ты, гад! Фирменный уворот сработал. Но! Готов. Так, главарь. Он, главное, отошел, но за ним никто не отошел. А где он? Что за ерунда? Стрела что, двоих поразила? Это как? Так, и давайте посмотрим. По идее... Да, черный камень душ заполненный. Ого, это что, получается в каждом? Да, черный камень душ заполненный уже появляется. Нехило, друзья. Ого, ну что ж, а теперь безумный посох. Воронья скала, друзья. И здесь мы заходим в пьяный неч. Местный паб. И что это? Что это за сияние зеленцой? Вилка щекотки. Вилка, черт подери, щекотки. Сейчас сразу все поймут. Да, это прямая ссылка с Морки. Там был этот квест, и нужно было убить неча с просто простой вилкой. Урон 3. Ну, понимаете, это здесь нет промахов. А в Морке были промахи. И если ты не прокачал определенные перки, ты мог миллион раз ударить. И с миллиона раз один только попадал. Это было просто невозможно. Мы ее забираем и... Что-то получить. И давайте прочитаем загадочное письмо. О, незнакомец, читающий это послание, тебе сказочно повезло.
Неподалеку ты найдешь вилку щекотки. Уже нашли? Обожаю столовые предметы. Ну что это такое, спросишь ты? Щекотка то, чего волосы встают дыбом. Как от холода, страха или восторга. И кстати, нам с тобой будет от чего пройти восторг, мой друг. Возьми эту вилку и убей этих двух особенных речей самцов. Только тут двух. В одном бою. Стоп, это как? Как понимать в одном бою? У каждого будет артефакт. Глаз Сирта и ветвь Древа Теней. Эти предметы покажутся знакомыми воителям прежних эпох. Вот-вот, даже напоминают. Ну, я про них не знаю ничего. Это, наверное, реально, ребята, напишите. Напишите те, кто проходил морку, что это такое. И они, наверное, были вместе с этим квестом. Ага. Добавь к этому сердечные камни у зачарователя посохов и получишь нечто особенное. Если тебе повезет, ты получишь весьма недурную награду. Посох Шиагората. Воистину, он очень недурен собой. А если нет, что ж, люблю посмотреть на хороший бой. С почтением, лорд Шиагорат, друзья. Вот такой вот квест. Вот. Не знаю, что там в шахтах случилось. Такой вот квест. Даже не знаю, как тебя благодарить за возобновление работы. Давайте активируем квест. Ага. Видимо, вот там вот наши нитчи. Ага, они совсем недалеко. Один тут, а второй на другом краю острова. И давайте возьмем нашу вилку. Вилка, 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 ты где? Вот она. Вау! Ну это какая-то боевая вилка, я не знаю. Вы только посмотрите. Вилка щекотки. Вы знаете, наверное, с ней будет работать крик. Элементная ярость и... О, оно зачаровано? Ничего себе, с ним не работает. С ним не работает, друзья. Ладно. Я поставил сложность легенда, чтобы наглядно посмотреть, как она будет работать. И возможно ли... Мне кажется, урон здесь работает как-то не так. Если бы там действительно было 3 урона, я бы нечто на сложности легенда вообще бы не смог убить. Ну, видимо, это какой-то подарок от разработчиков. Воу! Глаз Сирты! Это реально глаз. Боже, какой он мерзкий. Вы только посмотрите. Так, один артефакт мы получили. Давайте получим следующий. Так, друзья, с таким же успехом мы убиваем следующего нечто. И забираем вот, ведь древо теней. Блин, это какой-то корешок. И теперь нам нужно сделать этот самый посох. Отправляемся к создателю посохов. Знаете что? Вы понимаете, что вы этот посох просто так на первом уровне никогда не получите. Почему? Да потому что вы должны повыполнять квест Тенелота. И только потом он для вас откроет зачарователь посохов. Просто так вы сюда не доберетесь. Ну что ж, давайте создадим этот безумный посох. Вот он. Вот он. Вот он как выглядит. Он уже страшно выглядит. Вау. Так, я хочу его опробовать. Давайте посмотрим на него поближе. Оружие. Вау! Это какой-то глаз и... Боже! Это действительно самый жуткий посох, какой я только видел. Даже череп порчи его не переплевывают. Вообще не переплевывают. Так, а ну-ка. Где он у нас? Вау! Вау-вау-вау. И вот так вот он выглядит. Эффект, который на нем, друзья, это цели, если сопротивление не сработало, парализует на 15 секунд. 15 секунд. Пробуем. Время тестировать безумный посох, друзья. Так, ребята, привет. Давайте, чтобы было их побольше. Ты замечательный друг. Вау! Все сразу в стан. Это массовый стан, который работает по площади. На 15 секунд, ребят. Ого.
Отдыхаем. Отдыхаем. Сори, ребят. Вот это да! Вау! Да, ребят, это посох просто незаменимый. Это как массовый паралич, но только массовый паралич вы должны прокастовать. А пока вы прокастуете, вас могут 10 раз убить. А тут вот такой вот эффект. Вы только посмотрите, это ужасный, но и обалденный посох Шиагората, друзья. Представляете, какое безумие? И это все лорное, друзья, все невероятно лорное. Понимаете? Все, друзья, это был канал Мистер Кэт. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. И вы увидите еще много всего интересного. Пока.